Ребят, всем привет! Ну, я хотела... В общем, начинаю новое видео, мукбанг. Но, пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Это видео будет интересно. В общем, там я объявлю типа конкурс, типа эстафету для многих начинающих блогеров, как я, у кого даже меньше подписчиков. Я думаю, что это будет интересно. Давайте поможем друг другу сами. Ну, а теперь мукбанг продолжается. Все условия этого как бы конкурса, не знаю, ну, как то, как это назовет, будет в конце видео. Пожалуйста, смотрите полностью. Я думаю, что мы друг друга должны поддерживать. Всех люблю, целую. Видео продолжается. Привет, привет, мои дорогие. С вами я, Наташа. И мой канал, который называется «Мама Наташа». С вами кто? Эх, решила-ка я назвать себе. Знаете как? Сейчас узнаете. Потому что королева мукбангов у нас уже есть. Даже есть праматерь всего Ютуба. Королева – это баба А, а праматерь всего Ютуба – это мама О. А я буду богиня. Богиня мукбангов. Так, наверное, скорее всего, это правильно. В общем, начинаем наш мукбанг. Кто еще не наложил себе и хочет покушать, докладывайте и присаживайтесь вместе со мной. А у нас борщик. Да-да, тот самый борщик, который мы с вами варили на стриме. Смотрите. Красненький, красненький, красненький. Чесночок уже там. Говорилось, что любит борщик кто-то с чесночком в прикуску. А мы любим прикуску с лучком. Лучок, хлебушек. Естественно, майонезик. Что может быть лучше? Обалденно. Этот майонез ем я, да? Поэтому не обращайте внимания, я на такой майонез не ем. Мне придет сегодня письмо. Смотрите-ка. Давайте перемешиваем. Ох, ах, обалденно, наверное. Будет все обалденно. Лук, хлебушек. Ну, наложили? Я вас жду. И будем разговаривать. Я нашла кое-что. Естественно, у меня-то мозги куриные. Перед мукбангом мы прочитаем. Кушай, моя красавица, мужчины не собаки, на кости не бросаются. Даже в кошерном виде я не любила сало, ела нежирный йогурт, грудку и пастилу. Замуж ты так и не выйдешь, бабушка мне сказала, хватит ходить на йогу, лучше иди к столу. Знает любой ботаник, грудь состоит из жира, можно подумать голод, дать бы тебе ремня. Как переваришь, на-то, все, что я наложила, так и вернешься в город. Паспорт твой у меня. Дед бы начистил морду. Он был у нас ершистый. Он был у нас пожарный. Орден носил за Брест. Вашу худую морду выдумали фашисты, чтобы вы не рожали, только качали пресс. Ой, блин, перепутал. Вот, ну, смотрите-ка, вот как вот. Кушали хлеб пшеничный, сами месили тесто, а по ночам вязали свадебную фату. В первой же электричке мне уступили место. Будет пацан, сказали, видно по животу. Ну и у меня почти что в жизни так. Так, смотрите, смотрите, я сегодня тоже принарядилась, ребят. Ну почему всем можно, а мне нельзя? Не люблю, честно, бижутерию, но моей Яне крестная прислала посылку. Тетя Нина! Мне очень понравились эти сережки. Ношу только золотые, практически их не снимаю. А эти, говорю, Яна, ты мне их должна отдать. Не знаю, девочки, мальчики, как они мне, пишите. Пишите к богине мукбангов. Теперь будем богинями. Ой, вчера, я уже рассказывала, что я когда болею, я хочу постоянно кушать. И я вчера уже заговорила стихами. Давайте начнем, а то борщик-то остывает. Я заговорила стихами, представляете? Но это мои стихи. Целый день сегодня жру. Я сожрала всю семью. Подожди немножко, кошка. Будет и к тебе дорожка. Вот это да. Вот это супчик. Борщик. Обалденный. Привет, привет всем на диете сидящим. Для меня
Я не специально не досаливаю, потому что Яна не ест. Для меня недосоленый. А нельзя. Нельзя досаливать пищу. Ребят, кто худеет, не досаливайте вообще. Вообще отказывайтесь от соли. А я... Это же очень вкусно. Ну, неделя это все продолжается, мукбангов-то. Я должна вам это показать. Сегодня полстраны варит борщ. Я уже об этом знаю. Обалденно. У меня, кстати, припасены салфеточки. Так почти что культурный. Не представляете, это же супер-пупер. Как вкусно. Нам мешает идет Яна, а мать ест. Надо быстрее есть, пока Яна не видит. А то нашему интимному мукбангу пришел конец. Ян, я видео записываю, не мешайте. Она мне сказала снимать голый. Надо на это здесь подумать. Обалденно. У нас солнышко, видите, даже. Я без лампы. Очень вкусный борщик. А почему ты так? Потому что так хочу. Я зря тебе что-то заказывала. А? Зря что-то заказывала. Опять не так. Опять не едок. Мукбанг наружу. Ну как здесь научиться снимать мукбанги? АМСР. Их надо снимать в полной тишине. А у меня полный дом животных. При том, что даже если я могу закрыться в комнату или закрыть Гошу в комнате, он открывает двери. Представляете? Не представляю. Хлеб 28 рублей. Ну так вот. 35 нарезной. Я что, сама не порежу? Экономика должна быть экономной. 7 рублей сэкономила. Садись, Ян, рядом со мной записываться. Не бой. Я думаю, я уже скушала весь хлеб. Хлеб, правда, белый, пшеничный. Сыпется. Ну что же делать? Ну, кушать хочется. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Ну, хотела, не знаю. Ладно, это, наверное, уже поздно говорить. Люди уже не смотрят никогда до конца. Кто смотрит, тому интересно, пишите вопросы. Я как-то сделаю видео, вопрос-ответ на ваши комментарии. Наверное, интересно. И сколько раз я говорила, что я в разводе. А все пишут, муж ночью мешает видео смотреть. Поэтому, кого что интересует, будем устраивать блиц, опросник. Вообще, у меня еще хочется придумать какой-нибудь конкурс. Эстафету.
обязательно придумаем и что-нибудь сделаем. И еще. У меня есть предложение. Ребят, мы все практически начинающие блогеры. Давайте сами друг другу поможем. Прошу и вас помощи, и я буду помогать. Мы с вами списываемся ВКонтакте, или, ну, лучше сначала ВКонтакте, и будем каждый у себя на странице рекламировать свой YouTube-канал. Я отсылаю вам видео, вы рекламируете меня в начале своего нового видео, и также вы мне, и перед новым видео там, ну, не обязательно сразу бросаться, чтобы люди шли на это видео. Ну, чтобы... Ну, там, вы делаете нормальное видео свое и вначале вставляете. Может, так. Так что... Вот это может быть наша самая эстафета. Знакомство с другими каналами. Ссылка у меня будет. И мы же будем делать это друг другу совершенно бесплатно. Как же я не накормлю. Поэтому вот такая эстафета. Давайте поможем друг другу. Списываемся ВКонтакте. Я это видео, под этим видео выставлю в самом главном сообщении, в комментарии, ссылку на свой контакт. Мы там списываемся. Потом видео посылаем или по Вайберу. Но там ограниченное количество видео должно быть, не более 30-50 секунд. Вот я не знаю, по электронной почте можно такое видео послать. А ВКонтакте я не знаю. Ой, по Вайбере нет. Вайберу нет. Или можно. Я, в общем, ну или в Вайбере, или в WhatsApp, или по электронной почте. Но сначала давайте ищите меня. ВКонтакте. Так что вот, эстафета начинается. Давайте сами друг другу помогать. Не поможешь себе сам, поможет кто-то другой. Естественно, ограничиваем там. Ну, говорим, что если уж перед вами есть два человека, там ждите. Ну как-то вот договариваться будем сами. Вот что я придумала. Обалденный суп. Не хотела сегодня перейти видео, но придется. Так что. Сейчас буду загружать. И выставлять. Друг другу. Здесь, конечно, кто не захочет, но мы не принуждаем. В общем, мама сверху, шишка. Я наелась. Богиня мукбанга сказала супер-пупер борщ. Но я так была увлечена, что я думаю, для это блогеров будет интересно. Сейчас я запишу, наверное, начало, чтобы все смотрели это видео.